Всем привет-привет! Сейчас 6 вечера, мы вышли за пределы нашего комплекса Туркеза. Вот там вывеска. Символ это ракушечка такая. И мы сейчас вам покажем, как мы покупаем фрукты свежие, сегодня сорванные. Такая машинка. Давай возьмем авокадо. Это знаешь, что похоже на этот шиповник или как этот? Ну да, мама. Оля, а ты что ты будешь брать? Я буду брать. А нам? Вот смотри, это целое. Леш, нельзя. Папайя. Смотри, целое это. Как это, папайя, да? Хочу вот эти вот. Маракуйя. Аж семечко внутри дергается. Что ж, Саша, возьми вот так. Мина, мина. Серезка, серезка. Дапла, дала мне кровь. Взял на пыль. Не надо кушать. Ури, давай. Лаву, примерно. Лешенька, ты не кушай. Смотри, какие большие. Это авокадо. Ну, не знаю, два маленьких, может, лучше взять. Какой выбор, прям. Глаза разбегаются. Прикольно, когда лаву руку. А, правда? Давайте. Мягкие. Нормально, что они мягкие? Мас, подождите, мы тоже пойдем. Заберите мешок, что вы на него смотрите. Okay. Сейчас приедет наш партнер, будем угощать все. Продавать по доллару, по два, по три. Как это стоит? How much? How much? How many much? Знаете, Дерек, каким он был дом остался? Вы сейчас взболтаете все фрукты, им продавать не надо. Окей. Okay.
Слаймы, пакеты с слаймами. Дай. Где они их берут? На диких пляжах, что ли? Ну что, пойдем? Ой! А, есть, есть возле дома. Ой, перец. Перец. А что такое у него там в мешке? А, у него там перец. Фруктов много. Папайя сколько? Папайя. Папайя. Вкусно папайя. Попробуй. Что это папайя? Да что это? Что это фрукты? Хватило? Да, пизда. Это что? Вот видишь. Пойдем. Вот такие тут фрукты. Сколько ты отдала? Ничего, ничего не отдала. Я 50, да, 65 штучек. Да ты что, копейки вообще, да? Да. Доллар. Оно полезное, вот такое, витамин С. Давай, давай. Все? Кини. No mango? No. No. No banana? Банан, бананы завтра, завтра. А ей, no problem. Let's go with it. Кини, кини, кини. Пока, ладно, я. Ну все, ну все, пока, пока всем. Ты пробовал ягодку? Я попробовал. Я попробовал.